своему 4-летию коллектив «Таван Радио» решил возобновить увлекательный проект «Ротация». Его суть – дать возможность найти своего слушателя молодым талантам. Они показали, чего стоят. Они прошли кастинг, но это только начало. 14 человек стали участниками проекта «Таван Радио. Ротация». Они будут бороться до последнего, чтобы попасть в финал и выйти на сцену. Этот проект для тех, кто мечтает и хочет стать звездой чувашской эстрады. На данный момент уже два конкурсных дня, отборочных дня прошли. Мы отобрали 14 участников, и они уже готовы бороться. В течение 2 месяцев участников ждут мастер-классы от профессионалов по разным направлениям. Вокалу, написанию текстов и стихов, пластике, работе на сцене и в студии. Лучшие из лучших станут участниками праздничного концерта ко дню рождения «Таван Радио» и выступят на сцене вместе с известными певцами. Их песни прозвучат в эфире «Таван Радио». А победитель получит возможность сделать клип на национальном телевидении Чувашии. Первый выпуск программы «Ротация» смотрите 23 ноября в 20:30 на национальном телевидении Чувашии.